Мы приехали в Max Royal Bilek, лобби отеля. Max Royal строился в 2011 году и в 2017 была реновация. Перед каждым сезоном проводится косметический ремонт, и отель подходит для самых взыскательных туристов. Посмотрим, как у них в номерах. В этом году тоже были обновления. Площадь номера 80 квадратных метров. Была частичная реновация. Очень современный, стильный номер. Здесь есть шкатулка с ароматами. Нужно выбрать один, который больше всего нравится, и положить в серединку. Вечером его распылят. Здесь зона мини-бара. Тут стандартный набор в холодильнике. А здесь есть небольшие закуски, снеки. Далее гардеробная комната. Она довольно просторная. И ванная комната. Обновление было также по косметике в отеле. Лежат тапочки, весы. Установлена ванная. Набор халатов. Душевая. Здесь хорошо видно как раз косметики бренд. И здесь туалет. На балконах в этом сезоне появились живые цветы, подвешены качели, с которых можно любоваться прекрасным видом на море и на территорию отеля. Очень красиво. Теперь спустимся и посмотрим территорию. С первого этажа выход к бассейну. Бассейн сделан в стиле Мальдив. Виллы, которые здесь находились ранее, снесли в этом сезоне. И можно проводить время практически как в Индийском океане. Бассейн, конечно, просто потрясающий. Основной бассейн отеля Max Royal. Очень удобный сервис производится к лежакам. Классные полотенчики. Здесь такой детский уголок. Около пляжа есть крытая детская площадка и как раз проход в основной бар, где вечером вся тусовка. Дорогие зрители, не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал, нам это очень важно. Также пишите в комментариях, как вам отель?